Игорь. Что? Ничего. Ладно. Игорь. Что? Ничего. Ладно. Хорошо. Игорь. Жека. Что? Ничего. Представляю этот разговор такой, типа: папа, меня украли на Ламборгини, хотят замуж. Дочь, привет, дай номер этого вора. Я сейчас с ним по-мужски поговорю. Вор, привет. Здравствуйте. Точно не арендованная ламба? Да нет. Совет вам да любовь. Так я как это так это получилось? А что это? Непонятно. Мам, ты же знаешь, что я фанат Билли Айлиш? Сынок, я же говорил, у тебя гастрит, тебе нельзя беляши жрать. Да нет же, мам, это которая певица, вот это I'm a bad guy. Да. Я хочу тебя убить, я хочу тебя убить, я хочу тебя убить, но я тебя люблю. Hello. Новый год, который вы заслужили! Как? Конечно же, жопой об косяк, головой об стенку, писькой об коленку. Все очень легко и просто. Запомните одну фразу: все будет, но не сразу. Недавно сижу на кухне, ем роллы. Заходит моя девушка, такая: так, я худею, даже ничего мне не предлагай. А я и не предлагал. Я табуреткой дверь подпер. Как ты зашла вообще, а? Учуяла жрачку. Что за фигня? А, птичка. Уруру. Кажется, я становлюсь ближе к природе. И меня начинает уважать местная мафия. Ну шо, ребятки, скучали по сидячему Месси? Месси, а вы знали, что он худеет? Ни хрена он не худеет, он опять сажал целую миску и сидит с такими глазами, будто нифига не ел. Спун лайо, мун лайо, ника чики рики чики мун лайо, спун лайо, здравствуйте. Все, я летучий мишь, все, я не ворона, пошли усим. Ле, хайван, ты что делаешь, ты что, Бэтмен что ли? Да, Бэтмен. Ага, тогда я знаю что, тогда я Джокер. Ле, Джокер. Что? Клюв захлопни свой, по-братски. Ты меня не разозли, я сейчас слезу отсюда. Тебе всю кровь отсосу. А? Что? Отсосу? Давай слезай. Тебе помочь? Знаешь, безумие, как гравитация. Нужно всего лишь подтолкнуть. А что ты? А что ты, Ле? А что? Ищика, ищика, ищики, си-бу-бу. Па-па, бу-бу-бу. И первый аттракцион, который мы с ребятами будем пробовать, называется вертелка. Ну, в принципе, я думаю, он примерно так, да, называется? Вова, ну ты чё, братан? Дал-дал дома. Говно какое-то. Дал-дал дома. Ушел, коронавирус же. Дал-дал дома. Чё? По-русски еще раз. Китаец. Ну, чё ты ржёшь? Дал-дал дома. Сейчас как дам. Ты зубы чистил? Да. Ну, дыхни. Ой, мне почему-то кажется, что это был не рот. Добрый вечер, сержант полиции Нечипаренко. Ваши документы. Права, техпаспорт на машину, пожалуйста. Вы употребляли сегодня? Вызывай наряд. Водитель не в адеквате. Хапчу! 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 Хапчу!
Wusste der Geizkragen, Tadir schnurrt sich seit Ewigkeiten bei mir durch und Sie wollen mich wieder einstellen wie in so einem dämlichen Drusch! I'm gonna call you my sweet señorita. I'm gonna leave up the night only with ya. All you have to do is to be ready for some action now. На парте, Надя, спускайся, хватит. С тобой не все в порядке. Твой батя точно платит. Дэнс на парте. Убегаю от тебя, прости.